Никит, поделись впечатлениями от игры. Что вообще скажешь по ней? В раздевалке сказал, вообще супер крутая игра, очень понравилась. Хорошая команда, ребята мастеровитые. Мы тоже сегодня очень здорово выступили, считаю. Не знаю, супер игра, кайфовал. После двух периодов поворотом трактора было нанесено, по-моему, бросков 10. Тяжелая игра была эти два периода? Или как вообще вы себя ощущали? Ну, я не скажу, что тяжелая, просто хорошая игра. Вот у Валентина, спросите, Валентин тоже сказал, что сегодня он кайфовал, и ему понравилась игра. Особенно набрасывание. Серьезно, ну, не знаю, блин, у нас такая проблема, да, в каждой игре, наверное, с этими бросками. Не знаю, стараемся, наверное, какую-то лишнюю передачу отдать. Надо чуть попроще сыграть и больше бросков, больше голов. Насколько я слышал, Мартемьянов всегда говорит, что он просит там, бросать проще играть. А у вас это не остается в головах? Почему? Почему в игре не получается это делать? Я не знаю, может, мозг там что-то затуманивается. Не знаю, почему так получается. Но стараемся все равно, конечно, выполнять тренерское задание. После двух периодов проигрывали 0-1. О чем вообще разговаривали в раздевалке? На что обращали внимание, что нужно изменить? Да ничего ему не надо было менять. Мы также шли активно. Просто нам нужен был вот этот какой-то мусорный гол такой, тяжелый, трудовой. Поэтому все получилось, все как задумывали. Мы играли здорово сегодня. У вас тройка сложилась новая, 10-17-71. Как ощущаешь себя в ней? Кайф. Просто кайф. А нет ли у тебя, так сказать, в голове мысли о том, что никак забить не получается? Да есть, конечно, мысли, но стараешься их как-то отгонять. Стараешься забыть про это моменты в каждую игру. И стараешься уже просто как-то попроще сыграть, проще бросить. Не знаю, надо, наверное, уже закрывать глаза и просто бросить. Попробуй в следующий раз. Хорошо. Ты как ожидал, что лучшим игроком тебя назовут сейчас в разделке? Ну, да не знаю, я просто пришел с облегчением, что мы выиграли такой хороший матч. Мы вытащили его в третьем периоде и дожали. Так что нет, не думал, просто начал уже отдыхать. Следующая игра с «Динамо». «Динамо», которая прет по ходу сезона и там, достаточно для многих неожиданно, они там в тройке лидеров. Что ждешь от этого матча? Жду просто быстрой и агрессивной игры, и у них такой стиль. Так что это будет хорошая проверка для нас. Ну, я думаю, мы дадим им хороший бой. Спасибо.